Так, вот. Сейчас покажу. Говорит, я почистил все. Чтоб Алексей потом этот не говорил ничего. Вот почищенная дорога. Вот так вот торчим мы на бычке. Так все почищено. Двинься. Давай, Бим, поехали. Такое чудо-юдо нас тянет, да? Как фамилия? Моя фамилия очень известная, что меня Юма позвал. Надо же додуматься было, блядь, еще сказать, что здесь этот почищено, да? Ну отцепи от него! Сейчас мне встать надо. Развернуться, наверное. Все, смотри, разворачивайся. Развернуться надо. А потом задом не так. А как развернуться? Сейчас? Да. Ну так и развернуться. А. Комедия. Полная жопа. А чё ты, Миша, его зад дальше не загнал, блядь? Его надо было до конца загнать, нахуй, чтобы он хотя бы за перед нас вытащил, блядь. Гнать вот до сюда надо было, блядь, чтоб я сюда, блядь, хотя бы морду чуть-чуть вперед, нахуй. Блядь, посередке встали, нахуй. Цепляем за жопу, чё? А туда есть еще куда двинуть? Смотри за заднюю балку на. Прочистить туда немножко. А зачем? Не надо, так подцепить. Ну да, нахуй, он развернется, да и все, нахуй. Комедия, ёптина. Говорит, расчищено, все нормально. Чё завис?
Там балка прям на удавку сзади. Вот туда пускай тащит нас. Техника. Это 80. Откуда ты узнал-то? 82-й он сказал. Это вообще полу-полу. Я тебя спрашивал, этот не уебу, блядь. Так ладно, вот я и вывернул бы туда в сугроб и хуй с ним. Вперед бы дернул проще нам. Ну и пускай цепляй нас. Нашел балку? Вот она. Миш, вот она. За эту? Ну. А мне тут и не просунуть его. Ой, и просовывали. Ну-ка посмотри. О, там пластина. Вон угол, смотри. Нет? Да. Насквозь, нет? Да, сквозь. Хватит у нас расстояние, а то он упрется в березу, блядь. Мало, блядь, будет. У нас Твери делают же. Знаешь, да? А кабина от чего это? Они сами его летят. Видишь? Да, чтобы ни углов, ни поворотов, ну, поворотов гладких не было, они всю квадратную сделали. Смотришь, блядь, как не знаю что, да? Порнография. Да. Много издевались на НТЗ, ну так, да? И погрузчик спереди, блядь. Налепим. Два колена, три колена у него. Да, да, да. А так две стойки, видишь? А еще ворота кодовые, да? Только хуже. Так, теперь нас драть туда будет. Все. Обратно нас тащит. Пустые уже мы. В общем, комедия про немцев. У меня, говорит, я прочистил эту дорогу. Кольского трактора этот.
вон с чем-то, ну года 3 или 4 ему. Это все обошлось нам. Не знаю, как 80-ка бы тянула, но... Пока тянет, но тоже прыгает, скачет, как козел, блин, по этому, по снегу, но... Едем впереди его, ну хрен его знает. Не буду газовать, а то натянет на этот, а он ни хрена взад не смотрит. Ну я попробую, самое главное, чтобы не я здесь за этот, за фигачусь, а ты меня потом никуда не дернешь. Да, да, расцепляй. Но он отъедет в сторону, сейчас попробую. Ну, в принципе, у нас сзади лебедка нормальная, так что... Один 180-й стоит. Агрегат еще 250 установку сделал. Прикольно. 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 Ладно, сейчас попробуем все, наверное.